Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить об отцовстве и взаимоотношениях с Богом. Нервный, импульсивный, постоянно психующий отец равно нервный, импульсивный, психующий Бог. Еще одна причина, почему люди боятся Бога. Они думают, что Бог импульсивен. Он действует под воздействием момента, каких-то внешних раздражителей, что он может очень быстро разозлиться, разгневаться, а потом, возможно, пожалеет. Но Бог, он не такой. Он не действует импульсивно. Все, что делает Бог, имеет достаточно четкий, взвешенный и продуманный план. Его любовь, она не подвержена, знаете, таким пикам, сегодня да, завтра нет, сегодня больше, завтра меньше. Он любит одинаково. До начала творения, до того момента, как он нас задумал, он уже любил нас, и в момент, когда мы падали в самый глубокий колодец греха, он все еще продолжал в той же самой мере нас любить. Если мы, как отцы, психуем из-за поступков наших детей, если мы нервничаем, срываем свое зло, срываем свое раздражение, взрываемся, неважно как, или там впадаем в депрессии, и у нас вот эти пики настроения, мы приучаем детей проецировать тот же образ поведения на Бога. Если вы желаете, чтобы люди понимали, особенно когда мы говорим о наших детях, понимали, что Бог, он достаточно стабилен, нам нужно обрести эту стабильность, и прежде всего у него у самого. Потому что он не просто источник любви, не просто источник вдохновения, он источник стабильности, эмоциональной стабильности. И мы нуждаемся в том, чтобы стать стабильными личностями для того, чтобы показать детям стабильного, надежного Бога, у которого не может быть срывов. Бога, на которого можно положиться.